Кто же так обращается с великими китайскими? Героями. Эй, Лю, где мой массажист? Когда спасаешь Китай, потом так все болит. А как там мой педикюр? Живенько обработаем-ка мне лапы. И кто-нибудь подогрите масло. Я пока не знаю, зачем оно нам. Ну, да не беда, пригодится. Разве героический дракон этого не заслужил? Налейте мне ванну, погрейте полотенце и начинайте меня холить и лелеять.